заклинило, блядь! Давай! Нормально. Сейчас. Летит там фулочка, прыгает. В шлеме килы, кстати, по-моему, даже был. Два. Ну да. Я же говорю, в шлеме килы. Чи так кого-то повел лутаться. Ох. Ну, не лутаться, а квестик делать. Ух ты, ни хрена тут танчик сидел. Да, 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 да. Слышал, я прыгал. Он тут на лестнице спуск вниз, и кто-то стреляет еще на шаре, что ли, глушеный. Скорострельный. О, ёптать, я минус. Че так, что ли? Большая сумка, левое плечо. У него оружие застакалось, но он мне все равно в лицо попал. Голова глазам. 10-й уровень, Аня, у него. И шо, капец, он еще не изменился. Да. Он как будто не стареет, га. Угу. Так, слышишь, по-моему, засвет на камнях над богатыми. Что-то там беленькое, блин. Да-да-да-да-да, есть. Курябчик. То что, не уходи, братан. Блять. Сейчас, погоди секунду, приманим его. Посмотри сюда. Ну? О, так, давай. Минус. Бой. Я смотрю, что-то там черненькое белеется. В кустиках. Сидит! Где? Штаны... Где? Подожди! Во! Вот там вот, короче, у домика, где открывать, вот он там сидит. В огороде у нас, что ли, тут? Да, прямо у дома, который открывать. Только в нашу сторону смотрел, понял? Да, бежит, кажется. Я хилюсь, он сейчас как раз открывает, что я... Это читак, блин. Это читак, Аня. Реально? Ну, он меня убил, у тебя я сейчас стоял внутри, он меня убил. А он у меня без ука бегает, без чего. А за ним второй чувак. Ну, водит кого-то. Ну, за какой? Я не знал, он меня не убил сразу. Это челобот, причем, прикинь. Правую ногу меня расстрелял. Только раз. Аня, всю 60-ку по боту залила. Я не знаю, кто, поэтому, наверное, кажется. У времянки бегает чел все еще. Лазер светит все еще там. Взорвал. Ой, еще! Проходной контейнер.
Проходной контейнер. Поняла, поняла. С улицы иду. Да. Блять, я походу... Я живой, но я, наверное, последнюю эту катку. Я тебе просто покажу потом. Убил. По ногам один раз попадешь, и челик вытекает почти сразу. Еще попасть надо по ногам. Это же лес. На 100 метров какой-нибудь чел там лежит за камнем. Или там у него... Вот, сидит вот такая вот мышь у палатки. Надо попасть ему по ногам, понимаешь? На, в голову, блин. Две в лицо! Две в лицо! Здесь еще один бандос, что ли, вот ко мне где-то сбоку подходит. Да? Да, это какой-то явно... недружелюбный. Да. Вот сейчас лежала она с оптикой. Проверяем. С оптикой? О, с оптикой, слушай. Только оптика другая, правда, стоит. Битая в ноль, конечно же. Но это бандос был. Буянов, где звуки? Кто там, блин? Куда он улетел? А! Сука! Блять. Слышали звук упавшего кирпича?